Что, добрый день. Хочу вам рассказать одну историю, которая произошла в году 2007. Мы посещали тогда выставку, которая проходит в Ганновере. Выставка такой деревообработки, самая крупная, наверное, в мире. И увидели интересную технологию, о которой мы раньше не знали. То есть компания КЛХ показала клееную панель массива. Это CLT переход. В переводе это в двух словах. Это когда крест-накрест слоями наклеивается щит. У него высота у австрийцев была 3 метра, длина 12, толщина может быть любой. И нам что-то показало, что эта технология может быть неплохо у нас. Мы сделали образец, привезли его на выставку деревянного домостроения. И вы знаете, им заинтересовался Союз архитекторов страны, который на тот момент искал технологию, по которой бы хотели строить дома на Олимпиаде в Сочи. Мы даже для этого поехали в Австрию, сделали сами проект. Они нам изготовили комплект, привезли его к нам. Приехал австриец, технадзор, который и показывал, как нужно собирать. Там есть очень много тонкостей. И наша бригада под его надзором собрала этот дом. Собирали 3 дня под крышу. Можно было собрать за 2, просто неправильно были разложены панели в автомобиле. Ну, как у нас обычно все происходит. Мы его собрали, подвели крышу, поставили окна, отделали снаружи. И все остановилось. Дом простоял без отопления, без каких-либо обслуживания, простоял порядка 6 лет. Вы знаете, я не знаю, какой кирпичный дом вот так выставил такое длительное время, учитывая то, что мы поставили своей целью внутри дом отштукатурить, но отштукатурить его из отходов гипсокартона, который мы просто собирали на улице. То есть мы его приклеили к существующей стене, а второй слой уже был сделан из непосредственно гипсокартона. Вот мы хотим показать вам дом. Он единственный в Российской Федерации. Был построен примерно лет 7 тому назад. И он сделан из массивной клееной панели. Он полностью деревянный, без всякого утеплителя. Здесь идет отделка, монтируют террасу. Вот мы сейчас зайдем, процесс рабочий. Посмотрим, что в конечном итоге из него получилось. Вот так он выглядит внутри. Ничем абсолютно не отличается от дома каменного. Ну, все то же самое. Окна. Вот мы даже сейчас постучим по стене, чтобы было понятно. А что он деревянный, мы вам сейчас покажем. Вот стена. Просто на массиве дерева наклеены 2 листа гипсокартона без каркаса, отштукатурены. Вот такая идеальная. Вот углы, посмотрите. Видите, такая идеальная поверхность, которая абсолютно ничем не отличается. Вот. Также сделано в санузлах. Вот стена. На нее наклеена плитка. И даже там картина. Все внутренние стены несущие сделаны из массива древесины. Вот только перегородки, которые легкие, они сделаны на основе стандартного каркаса. Мы сейчас поднимемся наверх. Вот такая лестница. Никакой усадки не происходит. Никаких дефектов не происходит. Дом уже стоял без отопления на протяжении больше 6 лет. Ни одной трещины. Очень теплые дома. Мы считаем, что данная технология очень подходит для Российской Федерации, но ее почему-то не применяют. Вот стена же потоньше, тоже без каркаса. Вот так вот выглядят санузлы. Ну, просто плитка. Ну, здесь видно. Вот такие прикольные технологии можно делать в нашей стране, но никто нас в этом поддержать не хочет. Но я думаю, что все может измениться, и в конечном итоге страна получит шикарную технологию, которая делается быстро, качественно, а главное, недорого. Вот так вот потолок выглядит. Его сейчас будут
натягивать там специальную ткань для потолка. Ну, можно сделать и как сделали вот в спальне, куда мы идем. Ну, просто оставить его вот таким белым. Тоже неплохо выглядит. Когда этот дом будет полностью готов, мы его обязательно отснимем и всем вам покажем. Вот такие шурупы сюда заворачивались для крепления. Вот они, видите, очень мощные шурупы, которыми крепился весь этот дом. И все это не пустота. Видите, везде массив древесины. Везде. Вот такие дела. Ну вот такой дом у нас получился. Мы в скорости едем к хозяину, который уже живет 6 лет в этом доме. Спросим его, как ему живется и что за 6 лет произошло с его домом. Ждите.